2 октября 2015 года, московское время, 15 часов 29 минут. Сегодня ночью был записан сюжет реакции на заявление компании Ajax, что в эфире «Глобальной волны» прозвучало оскорбление. Был записан сюжет в ответ, и ответ был послан по электронной почте представителю компании Ajax. Значит, сегодня в 11:05 пришел ответ. «Уважаемый Ярослав Петрович, сегодня, 2 октября 2015 года, мы ознакомились с материалом, который был выпущен после получения вами жалобы по факту возможного оскорбления чести и достоинства, а также нанесения вреда деловой репутации компании. Компании Ajax Ltd. и Виктор Александрович Узлов, лице представитель по доверенности Шикарева Романа Владимировича, благодарит вас за столь объективное и быстрое рассмотрение претензий, а также за ваш ответ. Но и компания, ни у компании, ни у Узлов нет более никаких претензий к вашему каналу. Более того, мы понимаем, что в действительности в эфире могла прозвучать не ваша конкретная оценка, а именно вашего собеседника Соколовского. В отношении высказанных вами вопросов по имеющемуся сайту узлов.нет и по другим вопросам я готов ответить вам как по телефону, так и в прямом эфире, либо в скайпе, поскольку мы полностью заинтересованы в том, чтобы ваш слушатель имел возможность услышать мнение как одной стороны, так и мнение другой. Именно в диалоге, а не споре, рождается истина, а потому желаем вашему СМИ развития, процветания, интересных тем о новых открытиях и достижениях наших ученых и новых диалогов. С уважением, надеждой и пониманием, Шикарев». Большое спасибо за своевременные отклики компании Ajax. Большой привет Сергею Ивченко, господину Узлову. Надеюсь, что поступит приглашение посетить вашу компанию. Мы сможем открыть прямой эфир. Я думаю, это будет интересно и вашим акционерам, и нашим зрителям. С уважением, Ярослав Старухин. Стоп, снято.